Ты дома, дорогой друг. Хай, дорогие друзья, всем здорово, с вами Такса Филиппин. И мы сегодня играем в Варла и Варла. Варвара. Варвара. Варла и Варвара. Варла и Решку мы, короче, решили зарубиться. В GTA 5 сегодня мы будем байкерами, да, Максим? Это точно, брат. Короче, здесь проезжали чуваки на чопперах, мы подумали, чем мы хуже. Два бамблбума. В общем, решили сегодня приобрести себе чоппер. Но проблема в том, что денег не хватит на всех. У одного будет золотая карта, у другого будет очень мало денег, это 35 тысяч долларов. Монетку мы подбросим и решим, кому что достанется. Прямо сейчас мы это сделаем. Макса, это... Да, я пускаю салютик, а вы ставите лайки, договорились? Слушай, слушай, погнали. Ты, да. В честь чего пустил ты салют? Потного очка. Да. День потного очка, ребят, официально. Макдональдс либо KFC? Я выбираю пернатое что-то. Я выбираю, нет. Это значит крылышки, крылышки. Давай, давай, бросай, бросай. Да? Теперь, братан, это орел, это орел! Привет. Это ложечка. Дайте мне, пожалуйста, скиньте денег на лечение, и мне нужно сходить к лору. Скиньте этому бомжу денег, потому что ты просрал. Ауши. Хватит подкалывать, месье. Пожалуйста, кто-то, снимите чайник, он закипел. Я выиграл, это брат. Алёша подышал. Но, короче, я получил... Это ты посмеялся, это у тебя был такой глубокий моральный смех. Это было... Да ладно. Да, конечно. Дайте в хлебальник. Так, вот это, так, подожди, успокойте Буяна, так, подождите. Ты моя посиди-ка в клетке. Какая клетка? Посиди в клетке, братан, ты мой курлы личный, ручной, короче, сегодня. Так, курлыку отпусти отсюда, алло, я тебе сова. Ну ты как раз пернатый. Что? Ты это, птичка в клетке, короче. Уни, Одя! Клодмен! Пропал. Короче, брат. А, ты тут? Да, привет. Как мы отсюда выбираться будем из этой пустыни? У меня есть один план, короче, в принципе. Вставай вот так вот у дороги. А ты меня решил подкинуть. Давай, заряжай, да. Подожди, заряжай меня. Нет, в меня прямо. Давай. Полетел! Разработка китайских военных воздушных сил. Короче, очень странно. Вот последние два часа я очень странно себя чувствую. Я не понимаю, что происходит, ребята. А напишите, пожалуйста, что происходило последние два часа. Мы очень странную воду выпили на заправке у очень странного мужика. И нам стало крайне плохо. Происходили странные вещи. Мне даже показалось, что я летаю. Но, тем не менее, что-то мне подсказывает, что я играю в Орла и Решку, и мне нужно купить мотоцикл. Поэтому я это и сделаю сейчас. Короче, нужно выбрать максимально крутой байк. Я не знаю, есть ли на Легендере, кстати, есть, но они спортивные будут, как мне кажется. Да, а нам нужны чопперы для путешествий. Мы будем сегодня настоящими байкерами. Можем взять Викандер за 630 тысяч. Покупка интересная, но выглядит весьма не по-байкерски. Хочется посмотреть что-то еще интересное. Я не знаю, есть ли на Арена Вор вообще мотоцикл, походу нету. А, есть! Вот тут-то, ребята, мы с широкого плеча за 120 косарей. Оптовая цена 90 нам недоступна. Ну какая разница, мы мажоры. Приобретаем... Это что? Это что такое? Это что за терминатор мобиль? Я выбираю вот эту вот модификацию. Почему и как? Я не знал, что делаются мотоциклы. Я не в курсе. Мы серьезно, мы с Максимом вообще не в курсе были, что мы сейчас будем делать чопперы байкерские. И у нас какие-то будут варенья. Он когда увидит, он просто охренеет. Я в последнее время стал понимать, что в моем гараже находятся какие-то монстры. Настоящие монстры, но мотоцикл уже здесь. Мотоцикл уже тут. И, короче говоря, то, что я выбирал на картинке, не соответствует действительности. Это, во-первых, а во-вторых, у него 69 в виде огненных цифр. Ха-ха. Мне понравился этот байк уже изначально, но давайте ему модифицируем, потому что денег у нас сегодня уйма. А Джаник нас уже давно-давно заждался. Давно мы не выигрывали, и сегодня мы это сделали. Настоящий. Давайте модификацию все-таки вот эту мы выбираем, да. Да хрена она просто денег стоит. 1 300 000 долларов просто за одну модификацию и уже подсветка. Он между неоновым и каким-то непонятным, вообще шипованным. Как такое может сочетаться, я не знаю. Но давайте посмотрим, что у нас с тормозами. Тормоза гоночные. Рывок мы ставим плюс 100. Кузов. Угу. Уже все поставлено. А вот лезвие за 145 мы ставим точно. Бронеплиты. Ну, конечно же, мы, наверное, поставим максимальный, потому что это просто приобретает дичайший вид. Это как хвост у какого-то крокодила, если честно. Фары, ну пока что ярко-розовые поставим, не знаю зачем. А, неон уже идет в комплекте, и нам остается лишь только выбрать цвет неона. Это полностью неоновый байк, кстати. Отсюда мы можем уже и отталкиваться по цвету. Мне почему-то очень понравился лаймовый вот такой вот неон. Трансмиссию гоночную. Турбонаддув за 50. Оружие. Основное оружие мы можем поставить 2 пулемета. Мы просто машина-терминатор. 300 тысяч мне не жалко. Ну, плазменные пушки, 40 вольт, 40 ватт. Это очень много. Это очень жестко. И это очень классно. Остается только его покрасить.
Короче, я листал и листал эти цвета и понял, что сейчас у меня какое-то сочетание создается Спайдермена. Вот, если честно, это реально Спайдермен получается. И если мы чисто теоретически сейчас поставим ультра-синий и поменяем цвет неона, у нас получится Спайдермен, который будет прыгать. Можно сказать, будет ездить по стенам, то это будет просто пушка. Так, а давайте-ка поставим синий, а саму раскраску мы тоже поменяем. Давай, давай, посмотрим, какая подойдет. Реально будет напоминать паутину нам. Ну, единственное, что близко похоже на паутину, это вот такая раскраска. Мы ее, кстати, сейчас и поставим прямо. А в принципе, больше здесь ничего не меняется. Но у нас получился байк, гоночный байк в виде Спайдермена. Байкеры всех стран просто сейчас вырвут волосы на яйцах, если честно сказать. Но это то, что у нас получилось. А, как это выглядит, это все равно классно. Это все равно классно. Какой бы тематика ни была, это все равно выглядит реально жестко. Я прямо сейчас поеду и переоденусь тоже, типа под Спайдермена, и приеду в таком облике перед Максой, и буду просто дико флексить. Только тихо, только не смейтесь, пацаны, ну это просто лучшее, что может быть. Но Макса, когда это увидит, он подумает, что я слетел с каких-то съемок фильма про Спайдерменов. Но это, это дикий флекс, это просто низкий флекс, пацаны. Погнали, просто вот, реально. Это просто стиль, это тупо стиль, пацаны. Наш Спуди Пен... Давайте его назовем так, Спуди Пен. Готов атаковать город. Смотрите, как я прыгаю. Я реально Спуди Пен. Бамбл-бам просто. Я могу вот такую хрень просто перепрыгнуть? Так, ты против Спуди? Или ты за Спуди или против? Я не понял. Что это такое? В Спуди есть секретное оружие. Так, вот это я только сейчас увернулся. У меня есть оружие, я готов его проверить прямо на тебе. Давай это сделаем. Я Спуди-злодей. Мне ничего не будет все равно, понимаешь? Я Спуди хрен. Все, я просто подрал отсюда. И это за свои деньги. Я стал супергероем, чтобы вы понимали. Не просто мажором, а супергероем. Сегодня, в сегодняшней серии. Поставь этому видосу 10 тысяч лайков или больше, но это реально классная серия. Брат, ты мне навигатор неправильно ввел, я почти на крыше дома. Это ты неправильно, в смысле на крыше дома какой-то? Ну посмотри наверх, посмотри наверх. Это Спайдермен? Погоди, я у магазина с одеждой. Чё ты, ты гонишь? Брат, ой, не получилось. Сейчас подъеду, просто. Что это? Чего это? Это Спайдермен. Что это? Это ж... Это я, Лёха, Спайдермен. Ты чё, не узнал меня? До свидания. Ты чё, это Спуди-то? Я супергерой вообще-то. Макса, ты чё, меня не узнал? Ты умрёшь когда-то, нет? Брат, я супергерой, бессмертный. Кофе будешь? Ну, лишь только какао. Какао, какао, ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку. Ты хочешь, ты, вот подожди, ты не веришь, что это мой реально байк, смотри, Макс. Серьезно, ты дурак, ты сделал чоппер, вот, и купил костюм дебила. Почему это я супергерой, я спайдл, бум, а, ты человек хромакей, хромакей, вот ты. Хромочлен. Жмыхте. Брат, только сейчас не взрывай, мне мой друг этот, Бэтмен. Ну ты дебил, ты серьезно купил и сделал вот эту чушь? Брат, за такое количество денег, что я отдал, а я отдал, ну, где-то около 6 миллионов долларов, я не просто стал мажором, знаешь, спонтанно, я стал супергероем. Ты вот это хочешь понять? Ты, братан Бубу, скажи мне, пожалуйста, мы договаривались сделать чоппера, ты что? Вот посмотри, вот иди сюда. Посмотри на силуэт этого автомобиля, хотел сказать, мотоцикла супергероя. Разве это не чоппер? Слушай, я не знаю, что это такое, но это явно какая-то наркомания. Ты же видишь, что это чоппер? Особенно твой бластер и твой костюм просто. Ты же видишь, что это чоппер, брат? А, окей, да, наверное, нет. Это чоппер. Это чоппер, поверь мне. Ладно, это, поверь, это чоппер наркомана, а вот это чоппер здорового человека. Чоппер курильщика, да? Да, чоппер курильщика у тебя прямо на руках. Короче, ребята, что? Она еще и прыгает, эта махня. Ну, как еще-то? Как еще? Я супергерой, ты че, брат, забываешься? Короче, ребята, вот сейчас напишите прямо сейчас в комментариях, да, вот, чей чоппер в кавычках лучше, потому что это... Я хочу про твой послушать. Я, кстати, подходит мне на нем? Ты купил не чоппер, я тебе говорю, ты ошибку сделал. Ничего я не ошибку сделал. Ну-ка, смотри мне, как подходит твой байк. Почти под хромакей твой подошел, да, на самом деле. Давай так. Рассказывай, что ты там наделал? Куда по... Слушай, у меня было 35 кусков. Я туда смог поставить лишь только 4-й стейдж движка, ну ладно, и поменять колеса, перекрасить на, его. Это двигатель, я думал, ты велосипед просто. Это мопед! Какой мопед? Это скутер!
Брат, ты с этим гоняться будешь против меня сейчас, да? У меня там 50 кубиков, ты что, мне права не нужны. Маги кубиков, бульон куриный. 50 маги кубиков. У меня, тогда у меня 150. Ну ты мажор. Богач. Ну слушай, я хочу проверить, на что способны твои маги-кубики. Какой там бульон они варят, мне просто интересно, какой там супчик получится. Наварится куриный бульон. Братан, я думаю, там суп из семи залуп, короче, погнали. Нет, а там суп шампиньон. Ага, даже так. И еще присыпанный миньон. Вот такой вот бульон. Ну ты шеф-повар. Тебе пересмотрел. Ты что, покрышку мне куда? Кто откусил? Брат, ну у тебя денег-то хватит на нее? Нет у меня уже больше. Папа, алло, ты че? Вася! Кастрюля! Кастрюля кипит! Братан, я сейчас что сделаю? Люди, разойдись! Еле ты. Супергерой спасает! Так, и что мне сделать это? Да куда ты? У тебя весь шипастый, он какой-то. Да я же брутальный. Браконьерский. Браконьерский. А у тебя где шипы? У тебя на руке есть шипы хотя бы? Слушай, ты какой ты байкер без шипов? Нет, у меня шипы, у меня есть на рукаве, а что там? Группа крови только на рукаве есть. Порядковый номер на рукаве. И не только, я могу вот я так. Не смог запрыгнуть на второй этаж, но тем не менее, Макс, мы устроим гонку или ты хочешь вот так вот погонять? Чини, сука, за 50, я тебе говорю, ты зачем? Ну смотри, я супергерой. Байк. Главное отвернись, смотри. Вот. Давай, хорошо. Сейчас я буду чинить. Дебил, что там делает, там взрывает мой мотоцикл. Нет, да, посмотри, нет, давай. Магия, смотри, магия. Ты не маги, ты кусок сраки. Так, хорошо, это как вообще произошло? Вот окей, ладно, все, базар. Я починил тебе мотоцикл, ты видишь? Спасибо, ну и не за что. Я за 6 миллионов купил мотоцикл, который дал мне суперспособности. Я их могу потерять, если ты выиграешь меня. Если ты сможешь выиграть меня, я отдам тебе мой байк, и ты станешь супергероем. Заманчивое предложение отступило в сторону Максима. Человек-залупка! Вот так вот твой герой называется, да? Нет, я Бамблпуп. Бамбалуб. Умпа-лумпа я из этого. Из этой, как его, из шоколадной фабрики, нахрен, Чарли. Умпа-лумпа там, помнишь, были? Чуплин. Да, да. Был такой сделал. А, ты куда? На колеса! Ты опять проколол мне колесо, ты задрал. Я просто все на монтажке работаю, я их агент. Что-то взорвать, алло. Сейчас, брат, у нас между нами будет гонка. Я Спайдер-Пуп и ты, Человек-Арбуз, будем соревноваться. Кто же круче? Кто первый приедет к дамбе и захватит все водоснабжение города? А, чипупели тебе объели. Все, хорошо, давай. Ладно, три, два, один. Чики-бураба! Погнали! Так, погоди, надо разворачиваться резко, дерзко, братан. А, ты даже так решил? Давай, не! Пощель жопа, дядя. Брат, так, ты у меня на прицеле. Ты у меня просто. Нет, на прицеле. Стрелять вот. Нельзя, стрелять нельзя. Нельзя. Блин! Нельзя, братан. Это будет нечестная гонка. Мимо-то можно? Ну мимо же можно. А, ты сделал кипиш на городе. Да, точно, я могу по этим чувакам стрелять, они могут на тебя потом. Не надо, братан. Ты... Мы не могут тагриться. Зачем они сейчас вообще конченые будут? Твоя штука-то нормально валит, если не учитывать, что я жируху сбила, она мне сбавила всю скорость, смазала мои колеса жиром, я теперь скользю на ровном месте. Это что такое происходит? Рекламный спонсор этого продукта. Ряженка. Наряженка. Что, куда? Это, братан, я еще без нитро. Не, нитро. Ну у тебя ладно, понятно, у тебя там, наверное, турбины стоят. Авария! Перепрыгнул! Нифига, вот это, братан, конечно, лайфхаки, то есть. Ой-ой. Ты меня догонишь? Но, правда, дебилизм твоего вождения. А, направо. Вот и я о чем, кстати, здравствуйте. Здравствуйте. А че, дампа-то уже рядом? Дампа-то, братан! Дампа! Дамп! Так, нет, пощ. Че за озвучка? Ты просто должен это был видеть. Стой. Покрышки! Алло! Покрышки, куда ты своровался? Как я намотался? Съел опять их, а? Ты должен был это видеть. Огрызок, ты съел у меня покрышку. Братан, у меня был шанс или есть шанс. Давай! Нет! Сука! Я тебя скинул, я думал, сейчас будет вообще жизнь, вот это будет радость, маслина какая. Реально жизнь. Давай, реально есть жизнь. Да. Привет. Эй, шкеры. Ягу. Ты меня что, сбросить хочешь? Ну как, что, попытка не пытка, братан, но это было, забавно. Подожди. Давай, короче, я с форой, смотри. Я вот здесь сбрасываю байки, пешком бегу. Ты издеваешься? Давай. Я не могу тебя догнать. Догонит.
Не догонит! Я не могу тебя догнать! Не догонит, нет! Ладно, садись, брат, ко мне. Аккуратно. Нет! Сука! Она не едет, седло вонючее. Тапку тебе в культяпку. Ты тоже решил гонку устроить? Ага. А мотоцикл мы на чё покупали? Тогда подожди. Тогда какой Assassin's Creed? Вот здесь по обрыву. По обрыву? Вот здесь, да. Беги по обрыву вот здесь. Паркур, паркур, детка, да? Да, вот здесь, по обрывчику. Вот. Патроны кончи. Ноша! Это пока. Я пойду скупнусь. Там на мели ты будешь, братик. Там плохая вода. Брат на мели. Короче, ребят, спасибо там все. Вот зеленые человечки. Что значит спасибо там все? Спасибо вообще огромное вам, что смотрите этот угар. Дикий, если хотите больше видосов по Орлу и Решке, кстати. Где финиш-то? Где финиш-то, алло? Он, походу, не на дамбе, вот здесь еще выше. Где финиш, алло, Вась? А значит, он только на ходу, не принимается финиш. Погоди, вот. Ты его... Да он в воде, прыгни в воду. Ты меня кликбейтишь на прыжок. А, да. Вот туда его поставил. Короче, ребят, это была просто по фану угарная серия сегодня с чопперами и вообще просто мотоциклами. С четкими пацанами. Если хотите побольше такого угарченского, то ставьте лайк. С вами был Такса Филиппин, до скорых встреч, пока. Зеленый человечек. Не забывайте подписаться на наши инстаграмы, потому что подписка на наш инстаграм гарантирует вам получение 1000 рублей. Плюс 10 сантиметров, знаете, на что. Нет, ты найдешь 1000 рублей на своем телефоне. Да, так работает наша система подписок. И еще, да, батя тебе подарит новый Бамбл компьютер. Батя, да.